26 мая 2018, 11:03, МИР 99. В ночь на 26 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей. На западе Уганды пассажирский автобус столкнулся с трактором и автомобильной цистерной. Авария случилась в районе Кирьяндонга, передает российский диалог. На текущий момент известно о 19 погибших, в их числе 3 ребенка. Количество пострадавших уточняется. Правоохранители выясняют причину ДТП. На месте также работают медики и спасатели. Ранее в Подмосковье водитель грузовика уснул за рулем. После этого машина опрокинулась, что привело к смерти автомобилиста. Напомним, в Москве пешеходы тушили мотоциклиста, который загорелся после столкновения с малотоннажным грузовиком. Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.